Зачем мастеру маникюра полировщик ногтей? И как из этого можно получить вот такой красивый результат? А это канал Any Nails. Подписывайся на этот канал, чтобы не потерять, в каком случае нам нужен полировщик ногтей. Когда клиент не хочет покрытие гель-лаком, приходит просто на маникюр или снятие гель-лаком. А вы уже как мастер можете предложить полировку ногтей. Так ногти клиента будут выглядеть более эстетично, не будут слоиться, и клиент будет очень рад. Как происходит полировка ногтей? Полировку мы делаем уже после маникюра или снятия. Можно сказать, делаем в самом конце процедуры. Для начала нам нужно убрать неровности с ногтевой пластины. Можно использовать мягкий бафик, где-то от 300 грит. Движения должны быть одинаковые. Ногтевая пластина должна стать однородной и немного матовой. Далее убираем пыль, и прежде чем приступить к следующему этапу, я хочу рассказать вам о своих курсах. У меня есть курс о правильном опиле форм ногтей, как держать пилку, как правильно опилить четкий квадрат, миндаль и другие формы ногтевой пластины. Самый популярный курс — это гелевое наращивание ногтей на верхней формы. Каждый, кто проходит этот курс от новичка до профи, теперь 100% справляется с этим наращиванием. В курсе я разобрала эту тему от А до Я, показала несколько техник такого наращивания. Также у меня целых 3 курса по дизайну ногтей. Если вы хотите научиться рисовать тонкие линии и удивлять ваших клиентов необычным дизайном, рекомендую пройти любой из этих курсов. Курсы проходят онлайн. Если вам интересно посмотреть подробнее о курсах, то переходите на сайт. Я там уже все подробно описала и рассказала. Отзывы вы можете почитать тоже на этом сайте. Ссылочку оставлю вам в описании и также в закрепленном комментарии. А мы переходим к следующему этапу. И тут нам уже нужен полировщик. Это примерно от 900 и более грит. У меня полировщик от Essence, и тут розовая сторона как раз полировщик. К сожалению, тут не написано, сколько это грит. Движения все те же, и мы уже видим классный результат. Ногти становятся гладкими и менее матовыми. Далее на полировщике у меня есть сторона еще более гладкая, будто резиновая. Мы ей уже сделаем еще более гладкий вариант. Можно даже добавить масло в этот этап, но я добавлю его уже позже. Если вашему клиенту не нравится сильно глянцевый вариант, то рекомендую просто пройтись обезжиривателем, и ноготочки уже не будут так сильно блестеть. Вот такое до-после у нас получилось. Если вам нравится такой вариант ухода за ногтями, то пишите в комментариях. А также ставьте лайк, если эта информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А это все. Всем пока-пока.